Привет всем, меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал «Записки гастарбайтера». И сегодня я вам расскажу немножко про крупнейший рынок еды в Южной Корее. А так как Корея в какой-то степени, как и в любой стране в Азии, есть так называемый культ еды, то еда довольно-таки разнообразная, еда вкусная. И вообще, я, в принципе, большой фанат корейской еды. И постараюсь ознакомить вас с ассортиментом корейской еды, а кроме того, рассказать, как она по вкусу. Россия-пун! Здесь Чунгук-пун! Клубан! Клубан! Розовым отмечены места, где можно поесть. Удивительно, но в Сеуле довольно-таки прохладно, и сейчас где-то минусовая температура, минус 8 или минус 15, где-то между этим. При этом холод ощущается намного сильнее, чем в Якутске, потому что здесь влажность несколько выше. Честно сказать, я не привык к влажному холоду, мне более всего привычен сухой холод, я чувствую в нем комфортнее. Здесь же все-таки через одежду все довольно-таки прохладно. Окей. А знаете, то, что самое прикольное здесь, то, что здесь сиденья, они с подогревом. Довольно-таки необычное решение, но, блин, очень удобно. То есть на улице жарко сидишь, а задница тепло. Заказал вот эту лапшу за 5000 вон, это где-то 5 долларов. Окей. Окей, thank you. Вопрос как-то есть. Окей, это первый лапша, который я сейчас пробую. В комплекте также идут вот такие вот пельмешки. Ой. Не люблю железные палочки. Лапша очень-очень вкусная. Она напоминает такую домашнюю лапшу, сделанную из обычной муки. В общем, будьте здесь, рекомендую пробовать именно вот эту. Кроме того, здесь есть какие-то овощи, плюс немножко говядины. Еще одна прикольная штука, вот эти электрические инфракрасные обогреватели. Очень неплохо работают. Окей, thank you. Окей, done. Окей. Окей. See you. Сейчас я попробую сырого осьминога. Я на самом деле этого не ожидал, но почему? Раз я в Корее, почему не пробовать? Yeah.
а теперь давайте возьмем кусочек побольше. Был осьминог, нет осьминога. А по вкусу, если честно, я ничего не могу сказать. Ну, обычный кальмар. С соусом доходит очень даже неплохо. Но, опять-таки, это еда не на каждый день, и чисто чтобы удивить кого-то. А пробовать я бы особенно только стал бы, только если бы какие-то диковинки попробовать. А в остальном, ну, обычный кальмар, ничего такого особенного. А вот сейчас я попробую корейскую кровяную колбасу. Посмотрим, как она сильно отличается от нашей. Сейчас посмотрим. Я не знаю, я могу сказать то, что наша кровяная колбаса более кровяная или более мясная. Здесь намного больше риса, чем в нашей, и она не такая плотная, как у нас. Ну, в принципе, есть можно. И я как бы не против перекусить таким несколько раз в неделю, но в качестве основной еды все равно как-то не очень. Наша кровяная колбаса все-таки заходит мне намного лучше. В общем, вот такое вот видео получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. В ближайшем будущем я планирую еще снимать видео про еду. Так что, если вам нравятся видео, связанные с едой, то подписывайтесь. Естественно, видео будет не только про корейскую еду, но и про блюда некоторых других азиатских стран, включая Малайзию, Таиланд. Ну и, в принципе, очень-очень много стран, в которых есть своя аутентичная и необычная кухня. Поэтому, если вам интересна еда, то вы можете подписаться, а я постараюсь выкладывать такие видео все чаще и чаще. Но не превращусь в блогера, иначе меня разнесет. В общем, всем спасибо и пока! Привет всем, меня
канал записки Гастарбайтера. Сейчас я нахожусь на фуд-маркете в Сеуле. Это довольно-таки большое место. Также здесь расположен рынок текстиля. Сеульский, опять же.